Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Conti ADS. Это рекламная платформа у нас. У меня, друзья, очень хорошие новости по этому проекту. Ну, начну с того, что обновлен дизайн. Видим, да? Было все совсем по-другому. Участников более 70 тысяч. Давайте зайдем в кабинет и посмотрим. Значит, когда мы регистрировались на предстарте, мы делали апгрейд, покупали. Далее потом появились пакеты. Теперь этого ничего нет. Проект работает абсолютно без вложений. Абсолютно. Здесь нету такого вот, чтобы купить апгрейд по желанию покупать пакеты, как обычный букс. И платит, поверьте меня, пока очень и очень щедро. Значит, ну здесь наша домашняя страничка. Это баланс покупок, это баланс прибыли. У меня 1172 сатошика. Ну, как всегда, на главной страничке наша реферальная ссылочка. Ну и тут статистика. Проект, напоминаю, абсолютно теперь без вложений. Здесь даже нету такого, чтобы купить апгрейд. Это вообще супер. Значит, это инфоцентр. Кому интересно, прочтете. Так как это рекламная платформа, можно рекламить свои проекты. ПТС АДС, баннеры, видео, логин АДС, баннеры. Ну, как и в обычном буксе. Далее, теперь у нас заработок только на одной страничке. Кликаем «Заработок» и вуаля, ПТС АДС. Пожалуйста, смотрите, 2.44 сатошика. Почти вот 2.91 сатошик. Почти 3 сатошика. Но и по нынешним временам это очень хорошо, я хочу сказать. Далее, это ПТС, серфинг сайтов. Далее идут баннеры. Тут 2.72 сатошика. А здесь вообще почти 5 сатошиков. Это мы все просматривать. Нам это все доступно абсолютно без вложений. И видео просмотры. Вот 5.73 сатошика, 5.47 сатошиков. Ну, в общем, я считаю, здесь почти 5 сатошиков. Ну и здесь 5 сатошиков. Я считаю, это вообще супер. Вот. Я вчера не стала просматривать, чтобы вот сегодня вам показать, кто не знает. Потому что много партнеров и были эти апгрейды, многие как бы не стали работать. Вот теперь обычный букс стал. Так что можно работать абсолютно без вложений. Набираем минималочку на вывод. И выводим. А минималка на вывод 3000 сатошков. Кликаем визит. Идет таймер. Ну, я показывала уже. И все знают, как это работает. Ну, давайте одну рекламку посмотрим. Вот. Я считаю, что это очень шикарно. Это очень супер. Я очень довольна проектом. Разгадываем капчу. Возвращаемся. Все, зачет тут. И таким вот образом всю рекламу мы просматриваем. Далее настройки. Там нет ничего. Операции, рефералы. Поддержка. Рекламные инструменты. Баннеры всевозможные. Можно любой язык поставить. Вот. И пожалуйста, вам вот приглашайте. Абсолютно проект, напоминаю, без вложений. Я, конечно, такого не ожидала. Они писали письмо, что будут изменения. Но чтобы такие изменения, я думала, там будет что-нибудь связано с пополнением. Но чтобы вот так, такой сюрприз, конечно. Вот.
Ну и, конечно, здесь очень дешевая рекламочка. Я здесь рекламлю проекты с удовольствием. Закину $1, рекламку запущу. Значит, пополнить это для рекламодателей. Это по желанию, друзья. И минимальное пополнение $1. Вставляете $1. И здесь вам показывают сразу, сколько это будет в сатошиках. Ну, там по накатанной. И также вывод. Кликаем вывод. Вывод у нас идет Pair, Perfect, Bitcoin Cash и Litecoin. И минимум на вывод 3000 сатошиков. Также, когда будет сумма на вывод, кликаем так 300, 3000. И это сюда адрес кошелька. И сразу конвертируется это все в доллары. Доллар 62 цента. Вот. Я считаю, это хорошие новости. Вот. Так что, кому интересно, друзья, присоединяемся. А кто не работал, возвращаемся. Работайте, зарабатывайте. Не хотите рекламить, вас никто не волит, не рекламьте. Зашли, отсмотрели раз в день. Мне обычно реклама поздно вечером появляется. Баннерная и видео. А ПТС в течение дня, вечером и в течение дня появляется. Вот, я все это просматриваю с удовольствием. Ну и минималка с такой набирается, естественно, наберется быстро. И платит он инстантом, то есть мгновенно. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела сказать, показать, рассказать. То тут соцсети хотите, присоединяйтесь. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.